Привет! Сегодня мы с вами разберем одну очень несложную комбинацию. Она будет в секстольной пульсации. Состоит из двух частей. Итак, в первой части мы будем играть в малый по три удара. Правая, левая, левая. Итак, четыре раза. Во второй части мы немножко изменим. Сначала мы играем нога, правая, левая. И продолжаем триолью из предыдущей части, правая, левая, левая. Играем так два раза. Соединим все медленно. А теперь вставим все в ритм и немного добавим темп.